Смотрите, здесь много датчиков в треке стоит и специальное место в треке, куда льется вода. Глубина лужи здесь 15 миллиметров. У нас даже специальные там есть приборы, которые издают звуки хищных птиц, чтобы чайки не прилетали и на, ну, не гадили там на газоне. На, не на газоне, а на треке. Тесты правильно проходили. Повторюсь, шины 4-8 мм. Ну, слой воды 15 мм. Сначала пилоты делали тесты, потом журналисты. Было два вида упражнений. Первое – это просто заезд в лужу на скорости от 70 до 80 км. И второе – это торможение на мокрой дороге. Смотрите, брызги даже, видите? Разница в брызгах 4 мм и 8. Смотрите, когда новая шина, видите, обороты не подскакивают. И не приходится под руль. Сейчас я вам еще раз покажу. Во-первых, обратите внимание на брызги. Сейчас. То есть это первое упражнение, когда автомобиль на скорости 70-80 км попадает в лужу. Обратите внимание на брызги. Сейчас будет видно 8 мм и 4 мм. Видите разницу? Теперь смотрите, на скорости, ну вот скорость вы видите, заезда, когда автомобиль заедет на вот эту лужу 15-миллиметровую, у него обороты не подпрыгивают, то есть это говорит о том, что колеса не прокручиваются на воде. И он держит руль ровно, то есть не приходится подруливать. Это говорит о том, что автомобиль едет стабильно. Это 8 мм.